Итак, у нас сегодня 31-е занятие. И давайте мы чуть-чуть вернемся в 30-ку, чтобы немножко-немножко понять, что же все-таки является причиной того, что в нашей жизни много чего не получается. Вот самая простая модель, которую мы сегодня будем с вами рассматривать, вы всегда видите людей в своем окружении, так или иначе, они уже что-то делают. Сидеть за столом в определенной позе – это тоже делать. Убегать, быстро говорить, подлизываться там, или наоборот как-то противопоставлять – это уже действие. Всегда. И вы эти действия наблюдаете каждый день. Кто-то эмоционирует вовне, кто-то внутри себя, но это уже действие, которое так или иначе человека ведет в определенную плоскость. Он хочет с вами завязаться, или он хочет вас, от вас что-то поиметь. Он хочет, там, допустим, девушка, женщина хочет выйти замуж, значит, у нее определенная модель поведения. Мы хотим сменить работу, потому что здесь не получилось, и хотим тщательно это скрыть, и пытаемся какую-то информацию поймать, выловить, выяснить, как-то там прояснить, пытаемся с кем-то кофе пить для того, чтобы как-то просить, или подстраиваемся, выстраиваемся, как угодно, но вы все время замечаете уже действия. Почему сегодняшнее занятие, оно такое достаточно тайное, интересное и в то же время до банальности простое. И это тщательно скрывается только лишь по одной причине, чтобы человека можно было классно, спокойно и достаточно длительный период времени, процесс называется, управлять. Потому что когда человек не осознает, что он делает, застревает в роли или вообще не имеет роли, или попутал роли, он легко... спокойно и достаточно длительный период времени, еще раз повторюсь, управляем. Допустим, смена работы подразумевает под собой бесконечное выкачивание за короткий промежуток времени на данном рабочем месте человека, и потом его выплевывают. Допустим, девушка или женщина, как переходящее знамя, с одних хороших рук в хорошие другие руки, и так третьи, и третьи. Я вот даже помню, такое у меня было, меня пригласили... на какое-то телешоу, и там сидела достаточно известная актриса, и во всеуслышание говорит: посмотрите, вот моя жизнь так хорошо складывается, все удивительно и потрясающе. Вот у меня один муж, вот я замуж вышла там 18 лет, мы с ним там 7 лет пожили, и как-то так вот я поняла, что я его не люблю. Тут сразу второй, а третий уже сам пришел, и я вот так, как переходящее знамя из одних хороших рук в другие. Но потом, когда начинаешь смотреть причину всего этого происходящего, то получается очень четко. От одного нужна была квартирка, от другого нужна была там какой-то там, не знаю, если быть точно, сейчас вспомню, что-то вроде роли в театре, от третьего там еще что-то нужно было. Вот так паразитирующая субстанция ходит от одного носителя к другому и берет то, что нужно. Мы так распределяем в процессе жизни свои «хочу» на других людей. Так вот, эмоция, при помощи которой все наши действия происходят, она на самом деле сразу человека выдает уровень его возраста, развития и вообще понимания, восприятия. Мы эмоционируем тогда, когда точно не знаем, что делать. Мы пытаемся так или иначе отреагировать в зависимости от людей, которые находятся с нами рядом, только для одного, чтобы вызвать или жалость, или желание помочь. Вот если мне нужна жалость, значит, я сейчас тут всех соберу, и мы будут сидеть плакать, и меня будут успокаивать, и я точно буду знать, что вот эти все люди в определенный промежуток времени, я могу в кавычках на них рассчитывать, когда я буду плакать, они мне выдадут то, что я хочу. Или наоборот, когда я беру товарищей слабенькие дети, допустим, в школе или в детском саду, прихожу туда, и я понимаю, что я псих, что... Я свою жизнь решила посвятить воспитанию детей, потому что своих нет, ну, некогда было, все время училась, там, кого-то воспитывала. А это самый простой вариант, замкнутое пространство, там, 10-12 детей, я точно знаю, что они со мной не справятся, я буду делать с ними все, что я захочу, и мое вот это эго королевное, оно будет постоянно питаться. А когда мама придет, я прям маме сразу на голову одену, что мамаша. Вы как-то очень скверно воспитываете своего ребенка, и я прикладываю этому огромное количество усилий, чтобы он хотя бы сидел. А вы, что вы там делаете, я, конечно, не буду спрашивать, это ваше личное дело, но вы подумайте. Вот так женщины создают мужчинам неизвестные зоны. Или друг другу.
И мама от того, что ей надо работать, от того, что там много чего там у нее еще где-то есть, она же куда-то движется в какие-то там дела, вопросы. Так тут еще повесили, как это так, вот ваш ребенок не соответствует. Это общественное порицание. Как так не может быть. Я старалась, я рожала, я кормила, я там, качала, ну, что только не делала, одевала, обувала. Мужчины поступают немножко другим способом. Почему разные препятствия у нас присутствуют? У мужчины всегда внешние препятствия, у женщины всегда внутренние препятствия. Вот на сегодняшний момент самая актуальная тема, даже с Ириной только что разбирали там всю неделю, о взаимоотношениях. Так всех интересует, и я в двух словах хочу показать, как это работает. Допустим, когда у мужчины мало что получается, а состояние «хочу» имеет место быть, то мы тогда очень-очень быстро берем разных-разных девушек разного формата и пытаемся быстро достичь победы только для одного, чтобы почувствовать себя взрослым мужчиной. А женщина в итоге, сидящая и ждущая, и плачущая, и страдающая, Анна на камне там, да, она думает, ну я сейчас еще раз подожду, еще раз позвоню, и он точно оценит мои усилия. Так вот причина все, если мы посмотрим с вами очень простую логическую модель, которая... Ну, дает понятийка, да, такое геометрическое понимание линейного действия, что мы с вами делаем. Так вот, наше «хочу», то, что мы в детстве недополучили, не смогли, или нам запретили, или не додали, или не было возможностей, оно никогда адекватно ребенком не оценивается. И у нас всегда идет, зарождается страх что-то попросить, что-то сделать, что-то объяснить, как-то заявить о себе, чему-то научиться, лишь только потому, что эмоция, которую мы уже тратили дома в закрытом пространстве для того, чтобы достучаться до своих близких, воспитателей, авторитетов, она всегда грустно заканчивалась болью. Так вот, тема сегодняшнего нашего занятия. Зависимость скорости от плоскости решения задачи. Скорость – это всегда эмоция. Всегда. Принятое решение, оно дает человеку возможность импульсного движения хотя бы начать. Как только мы долго-долго раскачиваемся, как только мы начинаем советоваться, это значит перекладывать ответственность на кого-то другого, у нас не происходит действия, начинается разговорная риторика на тему «я думала так, а это а вот так», мы всегда точно должны с вами определить, каждый из нас, что в этот момент эмоциональной разгрузки, перекладывания в разговоре или просьба там какая-то. Ну, пожалуйста, я тебя прошу, ну ты же хороший, ты умеешь, я не умею. Вот ну, такая формат, да, когда мы не действуем, а именно разговариваем с кем-то или с кем. Ну, где-то на кого-то перекладываем, то ли на работе, то ли в семье, неважно. Или просто ложусь, сразу падаю и говорю, я не могу, у меня голова болит, не могу. Ноги болят, руки болят, давление, все идет, кошмар какой-то, погода... какая-то магнитная буря, ну, в общем, все что угодно. Это все перекладывание, потому что это проговаривание оправдательной системы, по какой причине я делать что-то не могу. Так вот, следующее, от боли всегда начинается тревога. Что такое тревога? Мы настолько уникальные создания, что замысливая какие-то вещи, желание там какое-то «хочу», если включается, а у нас оно всегда включается, когда нам его извне предлагают, потому что если я чего-то не знаю, я никогда в жизни этого не узнаю, пока я это не увижу или не услышу. А увижу я услышу только в том случае, если мне настоятельно будет кто-то рекомендовать или предлагать, потому что огромное количество вещей в жизни, о которых мы с вами просто не догадываемся, и у вас естественным образом не возникнет желания, потому что вы не знаете о их существовании. Так вот, когда я чего-то хочу, и у меня такая, я не знаю, чего я хочу, и начинается поиск вот этой выемки этого желания, вот как-то вот человек, когда какой-то период времени, ну, какое-то количество часов днем ничем не занимается, особенно женщины, у нее прям начинается поиск, у нее прям ручки тянутся там в платьюшко, там куда-то в сумочку, там куда-то отпуск, что-то покушать, там как-то еще чего-то. Почему? Потому что ну как-то ну, надо чем-то себя порадовать-то. Меня так жизнь долго не радовала. Мужчина наоборот, он или включается в задачу, которую решает, и у него все собирается, или он начинает опять-таки распределять. Распределение происходит тоже очень просто. Он всем указывать начинает, что делать. Формат разный, потому что способности и, ну, условно, внутренняя составляющая разная. Но тем или иным способом он все равно будет командовать. Так вот отсюда следует, что у нас всегда внутренние проблемы и внешние проблемы.
Отсюда и зарождаются ситуации постоянные и временные. На любые эти ситуации начинает влиять скорость, вспоминаем. Скорости у нас три штуки. Когда на нас идет, или люди, или звонки, или ситуации, это нас всегда тянет, забирает наше внимание. Мы начинаем прислушиваться, мы начинаем ждать, мы начинаем думать. Так вот, думаю и пытаюсь увидеть конец беседы, или что меня там ждет, или что мне грозит, это всегда тревога. Тревога имеет место от эмоционального состояния человека. Это всегда действие неверной роли, услышьте меня. Как только ваш страх, вы уже кем-то завоеваны, у вас уже что-то не получилось, потому что страх всегда стоит на месте навыка. Когда вы уверены в себе, когда вы точно знаете, чего вы хотите, как вы точно понимаете, что вам нужно делать, вы не на боль пойдете, а в плоскость выбранную. Что это такое? Вы будете идти на работу и задавать вопросы, и отвечать точно так же. Вас типать не будет, вы будете эмоционально спокойны, профессионально, четко понимая, что людей, которые хотят с вами сотрудничать или принимать вас на работу, им не нужно, с кем вы живете, кто вы такой, что вы там делаете, им нужны ваши профессиональные качества, навыки и стоимость ваша, насколько соизмерима их ожиданиям или наоборот. Когда, допустим, у меня здесь есть страх, что у меня там не получилось и там не получилось, я начинаю выдумывать. Так вот, первое, что получается, чтобы себя отметить, выдумки всегда начинаются такие, знаете, глобальные. И вот это не получится, это будет так, и сейчас я не пойду, потому что там сейчас троллейбусы все стали, и вообще я туда не поеду, и еще как-то. В общем, короче, все, сейчас зальет, перельет, мне неудобно, некрасиво, я толстая, худая, я сегодня желтая, у меня там что-то тянет еще там где-то. Это работает тревога, потому что вы точно знаете, что туда, куда заявили позицию, вы ей не соответствуете. Как ни парадоксально. И тогда начинается возвратная история, обман себя. Так вот, система работает очень четко. Если вы не смогли разобраться со своими ролями, и у вас на место ролей присутствует страх, вас уже кто-то завоевал. Завоевание всегда радиоуправляемое. Стимул, реакция, стимул, реакция. С вас всегда будут выбивать эмоции. Всегда. Хотите вы того или не хотите. От эмоционировав, вы включите кино ролей, что ну ничего страшного, сейчас я вот этот кредитик погашу, до отпуска доработаю, а потом поеду, и там будет счастье, классно, найдется обязательно та или тот самый замечательный, самый хороший, и у меня сразу все опять встанет на свои места. До этого момента я буду тревожиться. Так вот, проектные составляющие каждой из этих этапов, они имеют точную направленность. Вы всегда по какой-то причине воздействуете и психуете, чтобы что-то, кто бы вам что ни сказал, что бы вам ни предложили, вы всегда говорите «нет», потому что боитесь брать ответственность, как ни парадоксально. Если вы на все согласны, улыбаетесь и думаете «хорошо, ладно, ладно, красавчик, ладно, ты, конечно, хороший, золотой, замечательный, мы сейчас посчитаем, что у тебя есть. Ты, конечно, пой песни, что будет так или этак, и вот этак, и вот так. Мне самое главное тебя до ЗАГСа довести, а там поглядим». И это тоже работает 100%. Почему мужчины, которые не понимают и не хотят в этом разобраться, им нужна женщина из расчета того, чтобы поддержала, поняла, как-то в трудную минуту что-то объяснила, потому что в семье слишком много страхов набрал, он встречается с таким ужасом и думает, что же мне с этим делать. Потому что замыслы разные. И замыслы всегда вот здесь, слышите меня, всегда. И если вы не понимаете о замысле, который по отношению к вам человек реализовывает, а это всегда действие, любая задача, любой замысел, он всегда должен сначала быть задуман, потом совершаться физические действия. Но нельзя на диване сидеть и думать, сейчас дверь откроется, и клубника ко мне вот как раз, в сказке там про Аладдина, да, джин, о, клубника здесь. В этом грубом физическом мире нужно совершать действия, чтобы человек абсолютно научился видеть и осознал себя духовным существом, что от момента начала и до момента конца нужно всегда совершать прямые, простые и очень
понятные действия для того, чтобы тот результат, который вы хотите получить, он для вас был оптимальный и всегда сподвигал на следующий подвиг. Понимаете, о чем разговор веду? Скорости, идем дальше. Когда от нас, и вы напрягаетесь, начинается такая, я всегда говорю, душевная чесотка. Вот это вот, особенно девушки, они так собираются, и начинается юла закручиваться. Прям за, и это я забыла, это надо положить, а это на всякий случай. То есть и присесть, и присесть, и может чайку, и может там, ой, что-то не так, как-то у меня тут не то лежит, а может еще, а может как-то. Вот уже тревога, это как экранирование вашего сознание о том, что вы абсолютно не уверены в том, что вы решились на такой дурной поступок по отношению к себе. И страх всегда будет пытаться перескочить эмоцию. Раскрутка будет происходить, очень быстрая физическо-физиологическая раскрутка. Человек будет опаздывать. Или наоборот, за час приходить, крайности начнут работать. Я к чему это вам очень подробно так рассказываю, чтобы вы понимали, когда смотрите на человека, он уже в каком-то процессе. Если он эмоционирует, если у него дергание, если у него куча вопросов, или наоборот молчание, какая-то из крайностей, значит, что-то не соответствует. То ли вы не попадаете и решили, что вы умнее, мудрее, качественнее, или человек хочет от вас совсем другого, а озвучивание привычной вот этой социальной приемлемой модели, оно как вроде само собой разумеющееся. Так вот, или вас тянут куда-то, это абсолютно такое чувственное состояние. Ну пойдем, ну что такое, ну давайте, а давайте вот так, а давайте вот так. Вот такое ползучее чувство, когда в вас цепились и вас тянут. Это всегда происходит использованием 4 вещей. Да ты не понимаешь, куда ты даже вообще не осознаешь, куда идти. Я на тебя время свое трачу, я вообще там узнала все, я там все прояснила, а ты сидишь на 5-й точке ровной и вообще даже не хочешь меня слушать. Утверждениями. Я не поняла, ты что, не согласна? Это тут вопросы. Это добивание. Это включение скоростного и силового режима одномоментно. Я не поняла, так ты мне что, человек, так ты меня обманула? А, ну понятно, вот так с тобой все. Так, и что ты будешь делать теперь? Вот это такая родительская любовь. Следующее объяснение. Ты понимаешь, что ты дура конченная, что ты дурак вообще несусветный. Ты вообще понимаешь, это шанс последний. Все люди собрались, тебя там ждут, я там за тебя договорилась, и ты меня подводишь. И всегда меняет плоскость беседы. Это проходит очень просто. Ну, в общем, короче, я все поняла. Значит так, вот ты... Хоть сдохни теперь, никогда ко мне не обращайся, потому что таких уродов никто не берет никуда, они никому не нужны. Это болото, станешь проституткой, станешь там каким-нибудь мудаком, старая тетка тебя заберет или вообще сдохнешь от голода где-то. Это утвердительно добивательная система, чтобы человек вот этот имеющийся страх полностью поднял и был готов на все. Это всегда обман, это всегда угроза, и это всегда подмена, всегда. Как только вы это чувствуете, заведите себе физическое правило, разворачивайтесь от этого человека в другую сторону. Не знаю, в сумку залезьте, телефончик возьмите, в карман, в туалет пойдите. Физическое вот действие ухода позволяет этому человеку увидеть, что он проиграл. Потому что замысел уже подразумевает, что он вас взял за руку, или вы за ним пошли. Если вы именно действием отошли, вы его на уровне вот этого действия, поступка, у него картина не сходится, и вы вводите его, по крайней мере, в замешательство. Он: ты куда пошел? Ты что? Все, ты слышишь, я ухожу. Это вот, все. Говорю, вопросов нет, иди. Я сейчас как вот... Успею догоню, не успею, отпускайте. Потому что биться насмерть, доказывать и объяснять, что ты мне лжешь, врешь, что ты такое сякое, я думала, это вообще не действенная мера. Научитесь любой разговор заканчивать так, чтобы этот человек даже в состоянии аффекта никогда не мог на вас обидеться. Тогда у него не будет прецедента, причины с вами опять сцепливаться.